Привет, дорогие друзья! Сегодня мне подарили вот такой конструктор из Киева. Называется он «Юный мастер». Вот, давайте его откроем. Видите, как легко открывается? Это нам не надо. И вот какой вот набор. Есть и колесики, только разные. Здесь есть вот такие, вот такие, вот такие. Видите? Аж три штуки наборов колес. Вот видите, угольники тут есть, пластик. Синенькие, вот колесики, вот еще там есть руль, и, конечно же, наши любимые инструменты, без которых я не обойдусь. Вот какие они. Вот. Инструкция. Там можно в этой вот фирме можно собрать джип, вот еще машину спортивную и вертолет. Вот что можно собрать. Еще много-много других конструкций. Вот я сегодня собрал табуретку и стул. И где-то я собрал за полчаса. И давайте я их вам покажу. Вот табуретка, а вот стул. Этот подарок больше подходит для девочек. Они накроют стул, посадят кукол, покормят их, а вот мы, мальчики, должны покупать и дарить вот такие подарки девочкам. На этом будем прощаться. Смотрите мои следующие новые видео. До свидания.